мы сегодня на веселой музыке. А? Еда, считай, же пополняется. Да. Да, да, да. Цепляйся. Который делает эти, как их там, блин, эти киногрехи. Он там рекламирует эту программу, которая смотришь через нее все фильмы последние, скачиваешь, я сегодня поставил, буду смотреть, тестировать. Там писать ее минусы и плюсы, что там и сериалы, и все подряд. Еще вот параллельно сижу частенько на NNM Club, что-то для реестра ищу, чтобы оптимизировать реестр, чистить, чтобы два в одном было. Напугал. Иди отсюда. Привидение. Кто я? Да заветовался. Блин, опять эхо пошло. Пройди вперед. Что у нас там витрит дует? По трубам. Трубы заработали. А что у нас в трубах заработало? Что заработало? В трубах наверху. Это что у нас там? Слышишь звук вверху? Не, у меня музыка пищит. Вообще. Ничего не слышу. Он такой... Наверх. Мост на улице. Так. Тут пускай вот эта вот колбаса работает. И тут работать, не переработать. Колбаска. Потому что нам сейчас будет нужно много горечки. Это пока не включать. Первый агрегат. Угу. Нафиг не нужен. По батарейке садятся. Это можно, наверное, одно установить. Так. Вчера я собрал еще этого. Хавки. И засадил заново. Северную оранжерею. Это без тебя. Чем это мужчина? Написываем нам отходы. А, я после тебя тоже. Ну, у меня не хочет. И у меня тоже. Я отвернусь, женщина. Это не то нажал. Она что-то там не видел. Да хера знает, потому что мутант будет марсианский. Клон какой-нибудь, да? Клон бесполый. А, так. Точно. 17 дней. Так, а по почве что у нас? По почве там нормас. Отлично. И тут у нас на подходе. А не, я вчера добавлял. Не, не добавлял. Но пока хватит. 1.2. А вот эти трубы зеленые, красные, белые вверху, они у нас... Ну, 64 дня, можно собирать, лучше. Трубы наверху, это наш кислород и всякая фигня. Это бутафория. Я не понял, просто были они у нас или не были? Были. Просто не обращал внимания. Собирай. Вон, это восточная оранжерея. 64 дня. Ты там отлил, нет?
А у меня не отливается. Не отливается, отливалка отморозит. Внутри вся жидкость замерзла просто. Кошмар. Так, что я тут первых из трех собрал? Что у меня подлагивает сегодня все. Огурчик, огурчик. Огурчика, картошечка. Пойду положу в холодильничек. Вагон тут рядом. У нас прям больше всего огурцов. Картошки 12. Сейчас будет 13. Бобов. Рыбы у нас пока 0. Про дом. У нас снег валит. Сейчас мага сходил. С дождем. Такая мерзкая погода. Причем снег такой, забипуха такая вообще, и ветер. Ну ветер, ну штормовой сегодня давали, ЧАЭС писали. На сутки. Усиление ветра и так далее. Вот видать, что-то начинается. У вас что-то на днях было, да? Такая фигня. У нас был ветер, потом был снег, сегодня вот тихо. Ну, хотя не знаю, задуло, что тут задуло, вот, блин, сколько? 150-120 километров от нас, ну, между городами. В смысле, недалеко? От нас. С Москвы. Ой, на Москву теперь пошло. Не, ну там еще с Питера что-то началось. Вся эта тема. Я что-то не это, за движениями масс воздушных не наблюдал. Да, даже перед... Откуда? Аэропорт. Откуда все шло? Да вот я тоже что-то не читал. Да бог с ним. А у нас эту неделю, короче, такие еще морозы. А где-то числа там, с какого там получается, ну где-то с пятницы, с субботы плюсы, и плюсы что-то какие-то хорошие. Хрен посмотрим, весна это неизвестно, что там когда. 14 марта же будет только 1 марта по старому году. Так что сейчас считай практически зима еще. Не туда. Да собирай остальное, я пока это удобрю. Унавозить. Ну, в восточке я дособирал до конца. Ну, а там еще я только засажено. В северный. А, и в северный еще. Не трожь, говорят, там только засадили. А. Ну, 17 только единиц было. Ну, я видел. Так, 36, 56, 61, облезет. Что, мне полить чем? По одной порции. Так, тут сколько было? 2 галлона. По одной порции каждую ванну, да? Да. Так, добавляю водички.
да. Сюда. Ну, вдвоем все-таки, конечно, удобно в этом плане. В смысле, в кооперативе играть. Потому что один, ну, блин, вот так это муторно потом уже становится. А сейчас на эти, на разведку ездить на геологии, это вообще, это жуть. Ну, ну, на то такие игры играются вдвоем, или втроем, или вчетвером. Вчетвером жрать нечего. Нехрен, вдвоем нормально хватает. Не, потом, может быть. Фалька уговорим. Ну, если он захочет, Саня. Саня еще на паровозе подсел, пускай ему нравится. Причем сим такой, прям сим. Вот я смотрю, сейчас я смотрел, и, да, его трансляции, я знаю про этот сим. Он прикольный, блин, ну 650 рублей, в принципе, дешевая цена, но он реально классный. Вот, по сравнению с ним всякие Train Sim World и прочее вообще просто отдыхают. Ну, он как учебное пособие вообще идет, тема. Так. Вот, что берем? Давай, я чеки не беру. А ты берешь... картошку, потапи. И вторую ванну. Ну, второй ряд засеваешь. Потапи. Да. Просто вообще есть там, ну, такие симуляторы. Не справа, да? Нет. Следующий ряд ванн. Которые да. Сделаны... Ну, тоже так реалистично и приятно в них играть, ощущается реальность. А это есть... не игра, вообще вот эта вот проба. Это учебное пособие вообще. Вот сюда. Но он же там катается. Катается, но это используется как тренажер. Вообще в учебных заведениях, в частности. Вот этот софт. Это не просто взяли и разработали, чтобы вот а-ля там... Тот же Plane, да, тот же Prepar, там, тот же FSX, если брать лёгкие темы. Это разрабатывалось как учебное. Но на сайте они у них написано, что вроде как симулятор и название не для симулятор. Ну, ясно дело. Так, ну, картошку досадишь, бери тогда бобы по три штуки и дальнюю ванну правую. Хрен с ним, я ее поставил, он мне что-то не зашел, короче. Все, ну, бесплатку поставил. Да, вот этот вот, ЖД. Неохота мне в нем разбираться. Я вот смотрел стрим Фалк, там прикольно, то есть закрываешь двери, тебе говорит он, баба, там затормозишь не так, что-то может пойти не так. В физическом, как я понял, плане она больше реализуема на реальность углубления. Картошку посадил? Аналоговый. Ну, я бобы вот сюда, в дальний правый. А. Картошку вон она сюда досадила. Сюда еще? Ну, три штуки правый, да? Сейчас возьму еще картошки. Давай посмотрю, что у нас с этим. С обогревателем нашим. Я вот еще же играю в Devil May Cry 5. Сцены, конечно, они эпичные сделали. Много слоумо, кинематографичности, но... Там, кого, знаешь, кого ты говоришь? Devil May Cry 5. Ни о чем. Да, ну вот там, я не знаю, я уже вот сколько, я второй раз в нее заходил за все это время. Тупо бежишь коридорно, мочишь. Монстр через каждые 2 минуты мочишь. Что-то из разнообразия геймплейного всунуть, чтобы разрослось, упало. Расстелилось все дальше. Мочишь, сцена. Персонажи, правда, веселые, отличаются друг от друга.
типажности, но много пафоса слишком. И как ты знаешь, вот сделано вроде как с юмором разговор с монстрами, но как-то вот я не знаю. В реальном аду, ну, наверное, монстр не стал бы так вот сидеть с человеком разговаривать, типа, я тебя убью, я крутой, а человек, не убьешь, я тебя убью. Не знаю. Канистру поставь, ходишь с ним, гуляешь, смотрится. Потом опять искать. Смешно и ненатуралистично. Сейчас я поставлю. Что у нас там с рыбами? Вот 5 голов осталось. Да, кстати, где наша рыба-то? С мясом. Ну и с собой уже с картошечкой шлепнуть. 44 дня. Будем ждать до 60. 40, ну, 40 уже можно, по сути своей. Но он тогда дает по одной икринке. На, по две. Перебьемся пока. По веганин. Ну да. Так, ты на улицу почистил панели? Сейчас я тогда почищу. Посмотрю этих червяков. Так, нутриент 0. Вот будут они дальше у нас расти или не будут. 79-25, надо запомнить. Удобрения на них закончились. И тут 79-25. 0,25 влажности. Влажности надо держать. Сколько? Не больше 0,5 воды. Они, по-моему, переставали у меня туда это множиться. И тут 95 минут. Не помню, то ли я что-то не так делал. То ли это был Галюм, чисто это. Сима. Так, тут стоит дело, пусть так стоит. Жратву вчера подъедал, водоросли по чутку, чтобы это не трогать. Веганские дела. И там это, ровер любой бери, и надо дамаги все убрать. А я сейчас буду второй тоже подчинить, заправить и все. Или пожрать скоро надо, прям скоро. Чё скоро? Захавать. Так, еще здесь. Бля. Я вышел на улицу, а мне воды тоже, и воды, и пожрать тоже скоро надо будет. Ну, ты давай, потому что, смотри, сейчас готовить надо еще. В смысле того, что не сразу взял и съел. Нужно еще, там, минуту-полторы, чтобы все дело сготовилось. Можно крякнуть за это время. Да чищу тогда позже. Сами да. Юнит Ватер мне уже пишет, выпей воды. Иду я пить воды. У меня по расчету где-то около минуты еще, чтобы выпить воды, может полторы. Так, а вот кто? Олеж С дает удобрение, он, по-моему, НПК дает. Вода? Да. Это делает пластик. Водоросли типа Д. Картошка или горох.
Можно с этого дела крафтить пластик. Приколись. Нормально. Что нам пластик даст? Но он нужен там в этих. Так. Подвык, это уже потихоньку начинает. Сейчас еды поем. А, вот, чего-то. Ну-ка, я ж внутри, солнце сдает. Я читаю, что еще можно с этого загенерить. Нет, сначала пойду захаваю. Что-нибудь, а то я, блин, сдохну. Пока тут я сочел очередь. Руки мыл? Конечно. Сидит. Вот не хватает, знаешь, такой вот анимации, вроде как он засунул, открыл, положил там, то есть визуально тебе на картинке где-то показывает. Привык ты ко всяким картинкам. Все, ну прикольно, конечно. Подумал, конечно, с картинками. Так, я нажрался, бок-бок, напился воды. Сейчас посыну, если хотим, мы пойдем батарею чистить. О, сразу поссать захотелось. Вот еще стою, насываю нам отходов. Здесь прям какая-то дешевая китайская микроволновая печь. Звук такой ходит. Еле-еле. Хоть такая. Блин, воды вот я саданул, а не нормально. А сколько ты две этих? Два стакана, что ли? Да один стакан, но у меня почти прям полный этот бегунок. Да я раз опился. Кстати, о птицах, что-то у меня хилсы упавшие. Я не помню, или я обожрался когда-то, или я отпился. Ну, короче, мне что-то писал, что что-то ему плохо. Ну, двигаться стал медленно, там, вставать быстрее. Короче, пожрался. Матер. Может, ты перепил? Не помню. Но чего-то у меня было... Овер... Просто у нас вода. Пропадим. Надо мне сожрать. Так, и чё это я там не дочитал? Там можно было делать какие-то для рыб, по-моему. Эти удобрения помимо червяков. Потому что для рыб там подсчет удобрений. Сейчас я буду коряво вспоминать, блин, свой. Английский 1 юнит удобрения и 1 юнит биологии. Like worms or eggs. И это нутриент for aliash tank. А, нифига. Ладно. Или же я не помню, удобрение может дает этот для рыб. Эти очищенные уже рыбы. Фишкут, которая. Короче, было это проблемой. И она у меня, не помню, решилась или нет. Чё ты говоришь? Я говорю, мы же сейчас очищаем продукты. Это она очищенная будет. Что? Рыба. Ты про это имеешь в виду? Рыбу я имею в виду эти. Фишфуд.
хавка ее, короче, для рыб. Нет, тут он не дает никуда. Так, я почистил панели. Это яйца. Ровером занимаюсь, следи за радиацией. Сейчас я зайду, потом выйду. Биоэкстракт. Это вон чё. Ты забывался, чертям собачьим? Не то. Рувер там какой чинить, который где стоит? Да их там все чинить. Так, жратва 7,75. Что они скажут? Ремкомплект. О, 12,75. Ремкомплект у нас где? В Караганде. Где? Ну, я и говорю, где. В Караганде. Далековато до Караганды. Или где бросил, или в ровере, или в гараже. Где им может быть вообще так, как маленький? Сейчас поищем. Да я уж не помню, куда его. Чё ты не помнишь? Вчера играли, блин, катали. По-моему, в ровере. Сейчас проверим. Вообще их два. Ну, значит, два пошмонаем. В смысле комплекта. А. 74,25. У нас тут уже темнеет. Так, вот он первый рувер. Второй рувер где есть? Ты чё? Вот он, его комплект. На заднем дворе один рувер стоит. И в нем горючки там вообще, по-моему. Я вчера еле доехал. В гараже стоит, у которого вообще нет горючки. У которого в гараже, у него ни горючки, ничего нет, и он не сломан, значит, я иду, который на заднем дворе. В смысле, не сломан? Ну, ты сейчас сел. Ну, и сколько еще у него? Дамага. Который в гараже, дамага нисколько вообще не нанесено. Ну, что заправить? Так, пойду на задний двор, который... Вот что-то он написал, что что-то не собирает его. Ну, блин, почему я не знаю английского-то хорошо? О, а вот этот сломан. Don't harvest it. Send to soon. Ща, я тебе переведу. А то я что-то по одной уже порции взял, блин, рыбам отдал. Червей. Короче, посмотрим. По сути, удобрений уже нету, расти им уже некуда. Ну, взять по одному грибу. Стоять чинер рувер. Я сам так не понял. Стоять чинер рувер, радиация, я чего получаю? От того, что ты стоишь вообще там. На базе. В смысле, на этом, на улице. Ну, как устроено. Вроде шлем есть, а радиацию все равно получаю. И чё? Ты на самолете летишь, радиацию получаешь. Больше, чем. На земле. Ну, ты
защита атмосферы меньше. Чиним, чиним, чиним. Все показатели в норме. Пока что в норме радиация. Это что, он отключился от чего-то? Чего? Это звук чего сразу? Это он от кого-то отключился? Кто? От чего? Не знаю. Ну, в скафандре у меня сейчас было. Ты хер знает, кто это там в скафандре, блин. Ты вечно какую-нибудь гадость подберешь. Вот не помню, температура влияет на развитие, по мне как не влияет. Температура на развитие? Да и воды с рыбами. Да долго. Да мне кажется, никак она не влияет в этой игре. Но написано, что больше нуля должно быть. Значит, влияет. Ну, чтобы не замерзла вода. Эх, анимированно бы еще это было все более круто показано. Порой не хватает где-то чуть-чуть анимации. Выезд много кушать. Че, много кушать? Выезд много кушать. Я и в смысле зажрались. А. С геймплеем. Ну не знаю, я же критик. Критик. С острова Крит, критик. Я оцениваю все аспекты. Ага. Ну вот ощущение, когда ты вот на Марс, на улицу входишь, особенно когда закат заходит, и ты так идешь ночью, прям я себя четко ощущаю, как будто вот я иду. Ну, такой... погружает в этом плане, да. Вот. Причем ты себя ловишь на этой мысли, да. То, что прям пфф, вот это вот небо и так далее. Так-то. Так, пойду, что там с серверами. Я вот как-то давным-давно хотел перепройти эфир, страшилку. А она мне сказала, тебе, я не запущусь. А что не запустилось, непонятно. Не знаю. Мой компьютер слишком мощный для нее. Слишком мощный? Наверное, да. Но я попробую дубль 2 когда-нибудь еще. Сейчас Руя починю, зайду в дом, перекурим. Да, как-то не странно. Подожди, а чё же он не это? Я ж точно помню, что были какие-то... Да, дамаги по нулям. Рувер ну, почти. Пускай, ладно. Может, я не про него думал. Я починил рувер. Подгоняй его. Ну, сейчас я сначала первый заправлю. Сейчас, подгоню. Чуть-чуть 107 бензина. Я, говорю, вчера ехал, стремался.
что во-первых, у меня там добыло, у меня вот там уже на этом по нулям почти хавки. Прям вообще, прям как-то критично. У меня энергия где-то половина уже была. Скафандра. Вот. И горючка заканчивалась. А ехать далеко. Думаю, сейчас эта гадость у меня где-то станет на полпути. Будет мне, блин, крачу. Тебя церетели. Заправился? Да, подъезжай. Подъехал. Так, а тут что у нас? А, тут у нас это, тестер биологический, хорошо. Take O2 у нас бензин, да, оксиген. Фуил нажми. На ровер наведись. Нажми ему фуил. Угу. А вообще по полоскам у нас оксиген, получается, топливо, да? Оксиген, метан, кислород и... газ, ну не там. То есть при трате они, если получается метана на нуле, но оксиген максимально, то он способен ехать? Нет. И если даже наоборот, тоже нет, да? Да, но они заканчиваются одновременно. Заполнено. Ну чё, метана 15. Все, закончился, что ли, весь вуэт, зараза, ладно. Кто закончился весь? Да метан, не полный бак. Но у меня полный бак. Ну, я за тобой буду ехать. Да сейчас это... Надо подождать. Он сетывается. Наберется еще. Тут еще 10 единиц водорода. Шкафчик инструментов. Вот чемоданчик я вот сюда, в уголок. Ты инструменты с собой возьми. Лучше из ровера выгрузи что-нибудь. Давай там. Давай сейчас. Поднакачаемся и в путь поедем. Да. Так, что тут хавки еще есть? Этого есть, что я на паузу поставлю. Угу.
Так, я здесь. Так я уже давно гуляю. Мне надо похавать и попить. Мне тому чуваку написал, говорит, чувак, в 14 году, 5 лет назад, я ваше паладе водил, короче, на час скачки с аккаунта Сан Андреас. Вы молодцы, блядь, за вас 5 лет айфон в уже блоке. И чё? Да ничего, думаю, 100 пудов чей скинем за сплит. Хрен с ним, я не знаю, запчасти. Не, но... Можно, конечно, попробовать договориться, сказать, что хорош, хамить. Договоришься с ними. Либо попросят, ну, ты не пробовал. Либо попросят дохуящую сумму, блядь, либо наебут с такими топ договариваться. Ты не пробовал. Ну, я им сначала так написал. Я поел и попил. Да заправляй ровера. Сейчас попробую подписать. Да, писается. И в путь. У нас вон еще 3 задания. Контест 5 этих сэмплов, процесс 2 миратес, это что у нас, и сторы 4. Остань. Чего говоришь? Ну вот, это задание Fin 10 GPR, процессинг 2 миллиарда from Aquers. Ну, надо 10 этих. Насколько я понял, образцов найти, которыми я там стрелял, или нет, или собрать 10 образцов, сейчас посмотрим. То есть 5 минут, что-то и процесс, 2 миллиарис фронты агуэрц какой-то. 5, нужно 5 образцов тестировать, 3 уже тестировано, и сделать, извлечь 2 минерала, уже готовых, 2 элемента, короче. В общем, тут он такой долгий уровень. Так, надо двигать в сторону дома. А ты уже едешь? Да, ну я тут уже вон обкружил. Чё смог. А то я как раз засасываю кислород и готов к поездке. Знаешь, что, едь куда? Я поехал на восток, на север, едь на юг. Вниз карты, короче. Юг — там это ничего. Какая буква? Это S. И если нажмешь на M, на map, на карту, ехать нужно вниз. Я сейчас тоже, наверное, в ту сторону приеду. Вниз. Чтобы рядом с домом. Вниз, прямо вниз по координатам X, вот этим, да? M. Нажми на M, на карту. Я нажал. Вот вниз и нажми там этот sample. Сайта с кнопка. Это третья сверху. Нажал. Ты увидишь образцы. Точки видишь? Зеленые, да, вижу. Ну вот по северу много, по верху, а внизу мы вообще ничего не исследовали. Вот едь туда вниз. И там тыкай. Угу. Не любые исследовать, да? Образцы. У тебя с собой должен быть чемодан обязательно. Чемоданом исследуешь. То есть ты едешь, потом выходишь. У тебя чемодан в руке. Нажимаешь J. Он у тебя берет образец почвы. Тулс я поставлю в гараж. Тулс ты возьми лучше. Знаешь, как сделать? Ты этот чемодан возьми в руку.
Ну, сначала вынь его из багажника, поставь на землю, тулс положи в багажник, а чемодан держи в руках. Угу. Чтоб ты с инструментом ездил. Так, вот он. Тестер. Выкладываю сюда. Так, а тут Джамшит. Бля, есть-то. 417, 539. Ох, еда есть чуть-чуть, вода есть. Погнали. А вот он я. Короче, мне валить на SW. Блять, что-то все дальше от базы. А гаечка может вон на базу. А вот сейчас здесь я проеду. Гаечка может внезапно кончиться. Ну, полбака есть. Ты этот, ну, рассчитывай, короче, тоже нет, далеко не уезжай. То есть заметь, сколько у тебя сейчас горючки. Блин, гора высокая, зараза. Неохота отсюда падать. Про точку возврата помню. То есть, если ты едешь куда-то в одну сторону, у тебя тратится горючее, соответственно. Рассчитывай, что столько же горючего тебе нужно будет на то, чтобы вернуться. Понял? Блин, я поехал куда-то. Образцов мне сколько надо протестировать? Чем больше, тем лучше. Ну, найти нужно, чем больше, тем лучше. А, на эти, которые в задании указаны? В задании ничего не указано, мы пока не их ищем. Мы пока берем просто пробы грунта, где потом будем ходить стрелять. Это которые 10 GPR? Да. Понял. Но для того, чтобы этих 10 GPR набрать, надо сначала... О! Станит. Что у нас? Станит? Сейчас, подожди. И будут говорить, что станет хорошо. Медь и цинк станет. Это хорошо. Надо сначала сверху берешь пробу грунта, короче. Вот. Чем больше найдешь этих, ну, разных, короче, вот этих вот материалов, которые есть, тем лучше. А потом уже туда приезжаешь с этим, со стрелялкой. И смотришь, где конкретные вообще залежи есть этого ископаемого. А стрелялки, по-моему, в нем загружены. Но тебе сейчас стрелять не нужно. Пока только сверху берешь. Надо знать, куда ехать, блин, где стрелять. Потому что на стрелялку ограничено количество заряда. По крайней мере, пока. Я не помню, я не доходил, честно говоря, до того места, чтобы их генерировать. Они, по идее, должны генерироваться. Ну, в смысле, крафтится из чего-то, из тех же ископаемых. Стоит 11 000. Вот, и тут... Для меня уже начинается интересная тема. Что это такое? Это мой след. Тень какая-то. Да, это мой след. Да, пятно темное на земле, я думаю, что это такое? Так, а еду я? Нет, след мой, я выходил, только что там образцы брал. Так, еду я опять на север. Ага, я уже вон аж куда я уехал. Так, надо ехать обратно. Так, я тоже считаю, уже. Тут можно заехать. Вот куда я сейчас заехал, там, где у нас радио эти. Не берет уже, радиосвязь никакая. Так, и ты не видишь карту, не видишь образцов, не видишь ничего. Думаю, уже можно убирать. Так. Собираю как можно больше и тестирую. Ну, что там у тебя попадается? Ты хотя бы говори. Нитр 7.02. Нитр 7.02? Да. Но вот едь в какую-нибудь одну сторону, например, да?
И это. Дальше, короче, тыкай, смотри, у тебя будет увеличиваться цифра или нет. Нам чем больше концентрации, тем лучше. Вот, а нитр, это азот и натрий, короче, там эти ископаемые. По расшифровке сейчас смотрю. Нитр 6,63. Значит, у тебя уменьшается концентрация. Считай, и так заехал очень далеко. Ну, в сторону куда-нибудь сдвинь. Смотри, тут таковых мест я не находил, чтобы прям, знаешь, где-то прям скопление всего. Поэтому надо вот ездить, короче, исследовать. Так. Фелдспар. Фелдспар, по-моему, я уже, по-моему, его вообще разрабатывал. Фелдспар, калий, алюминий. По-моему, уже он был. Да. Где есть теперь? Вон он, да. Тут в этой области весь это один нитр, что ли? Так. Да, наверное, на... Так и ехать на юго... Кто? На юго-запад. А что значит, the simple you collected, half you value can drop. А, выкиньте, он мне пишет. Ну, хочешь, нажми правой кнопкой по нем. И нажми все равно sample ему. Он тебе напишет какой-нибудь cerezit 0, скорее всего. Все. Да, cerezit 0. Так, а вот тут вот я уже бурил. Да. Где cerezit 0 ты бурил? Нет. Да я сейчас проезжаю. А, нет. Нет. Тут, кстати, камень радиоактивный, надо его взять. Насколько я помню. А, не берет он его. Как образец его взять можно с собой. Значит, попробую заехать еще дальше, где было. Смотри горючку. Я тебе говорю, а то выедешь по одну сторону. Да пока топливо половина. И жратву смотри со скафандром. У меня уже половина энергии скафандра. У меня чуть-чуть меньше половиночки фьюила. Дальше заеду и по обратно также буду собирать. Ну я сейчас, наверное, вон в западную сторону сейчас объеду, еще не хватит базы рядом. Ваюла, you like to test the... А. О, пироксин 5,94 нашел. Пироксин? Да. Сейчас тебе скажу. Пироксин это хорошо. Пироксин. Сейчас. Алюминий, литий. О, литий нам нужен, кстати, в батарейке. А облазь вот это место. Поищи, где концентрация побольше его. Не сильно, конечно, фанатично там все обнюхивая, но все равно. Пироксин 10,89 нашел. Может быть 20 и 30 вообще концентрация. Хорошо. Ну, туда мы, наверное, не поедем сейчас отстрелять. Я сейчас поедет скоро возвращаться. Да и мне по всем скоро возвращаться. О, пироксин 13,2. Боже, я красавчик. Я нашел то, что нам надо.
Ну, да. Сейчас еще пару метров проеду, пару раз соберу и назад буду возвращаться. Ты не по одной линии едь, а где-нибудь там вширь. Ну, где вот сейчас вообще? Отвернулся на север опять. Перуксин. Не поеду я туда. Перуксин еще 13.86 собрал. Ой, а там походу горка. Что-то меня подвисло. Да, дальше вообще пиздец. Право катнул сейчас. А я фосфорит нашел. Вот еще один, но. Ну, в смысле того, что из того, что не находилось. Фосфорит, фосфор и кальций. А что нам он дает? Фосфор, кальций. Угу. Фосфорит. По крайней мере, уже на жилу я наткнулся. Где он может быть? Блин, вот это называется как за грибами ходить. Насколько я понимаю, можно нафиг заблудиться, уйти, просто вот уйти и уйти. А горюшку не просечь. О, пироксин 16.83 нашел. Вообще отлично, еще сейчас. Отлично. Один. Ну и все, мне это, пускай около 20 уже хорошо. Сейчас еще один образец соберу, потом посмотрим по карте, куда я ездил. О, тут уже 16.5, все, возвращаюсь, это еда. Ты там не заблудился? Ты где-то через гору от базы езжу, а вот тут уже все, ни хрена нет. Сампль, церезит 0. Где есть-то? По дороге, на базе, сейчас еще пару раз остановлюсь. Потом прямиком на базе. А, пирог 7.13. Он тут уже уменьшается, когда не буду останавливаться. Еду на базу. Горючка еще есть, я думаю, хватит мне. Ну, я сейчас на горку заберусь. Должен увидеть базу. Так база, она же показана. Я заезжаю в такие кучегиря, что у меня не отображается уже ничего. Ни образцы, ни ничего. Просто показана вышка 1. А, маяк, короче, не ловит. Вышка 2, да. И это. Моя точка показана. Не, ну база показана, точка. You ate вот. Some food. Мне уже написал You are eat some food. Ну иди ешь быстрее. А или это иди. Прошлое? Не, это прошлое. Нормально все. Кажется, последнее сообщение не показало. Не. Хорошо. Блин, не поеду я сюда. Что-то у меня тут без дела. Слишком круто. А вон ты уже приближаешься к базе. Я тебя видел, или это был не ты? Ну да, я спускаюсь. А, ну вот я сзади тебя еду. С стороны. Так, я сразу анализирую. Одну хрень. А, хотя ладно. Каргош могу. Вот. Я свой рувер поставлю в гаражик. Как мы прям вовремя, в одно время приехали. Чё? А. Процесс, соус, смолрок, сам приложит. Чё только, а только для образцов, не понял, что он пишет. Так, ладно, а чё мне тут интересно?
чего-нибудь напишет нехорошего. Блин, сволочь. Вон оно. Сейчас буду спихивать неспихуемое. Я зайду поем. Нифига. А на каком приборе ты еще будешь эти образцы проверять? Да ни на каком. Я взял образец породы радиоактивных. Там есть там место одно. Ну а мне с твоим сбором что делать? Ну они у тебя в это, блин. В карман ты их не пихал? Нет. Ну и все, человек ничего не делал. С какими сборами? У тебя с собой нет сборов. Ты дело все тестил по ходу сразу уже на месте. А, потом поехать можно будет собрать. Потом поехать туда, стрельнуть там. Ага. На максимальной концентрации, которая там была. Посмотреть точки, где он показывает нормальную эту концентрацию этого этой породы, короче. Поехать на эту точку, поставить там пробник образцов, уже саму дрель, короче, задрелиться, взять образец, вот, приехать как раз протестировать это дело уже на этом, на аппарате, на агрегате. И, если что, ехать туда уже это, ставить там буровую. Монозит 2. Монозит. Что у нас монозит? О, торий гелий. Нормал. А что нам на торий, интересно? Торий. Так, ладно, надо пожрать, дайте. Потом читать всякие интересные вещи. Вот я зашел, пожрал. У меня энергии скафандр уже хрен остался. Могу поехать тренуть на максимальной концентрации. Давай вместе съездим. Я тебе покажу сначала, как это делать. Эй, я тебя встречаю. Привет, лунатиком. Прям дверью по носу дал. На! Дверью по носу, на! Что у нас запись пишется, пишется. Ты это... Давай посидим дома, потому что надо, чтобы радиация отошла. У меня вроде ненормально. Ну нормально это сколько? Зеленая. Ты ждешь, пока на красное станет? Ну я имею в виду зеленое, что нормально. Ну нормально это когда ее, допустим, там чуть-чуть, еле-еле ее, короче, это. Видно, у тебя сам зеленый бегунок. Ну да, у меня чуть-чуть, еле-еле зеленый бегунок. Значит, подождать все-таки? Да ну, хочешь езжай в это. Где был? Еще где-нибудь полази, короче, говорю, я посижу дома пока. Угу. У меня... Там уже должна рыба, наверное, подойти. Сейчас, я тут сейчас похожу по хозяйству, короче. Чуть меньше половины бензина, я думаю, хватит мне. Заправься, там есть еще. Эти почистить сходить? Панели, да ладно, мне это должно хватить. Он сейчас у нас этот. Я с генератора геологического, который переключил на этот, на нерабочий батарею, на заряд, короче. В силу того, что мы пока не нагружаем модуль геологии, я использую генератор полностью под наш обогреватель. Вместо нерабочего. Поэтому солнечные батареи,
время по качеству не ладно. Но если они перестанут работать, что-то... Они дают электричество, но меньше, чем если бы они были чистыми. Почистишь, если что. Там ты время сейчас потеряешь, светлое, время суток светлое. Я вот за что. Днем пока едет, пока видно все. Фонарь есть. С фонарем, блин, там хрен сориентируешься по-нормальному, да, все равно. О, полный бак залит. Я поехал в другую сторону. Че пишут? Где? Пишут, что пора добавлять воды и удобрения, чем сейчас и займусь. В северной оранжерее 38 дней. А в восточной тут у нас свежак, да? Только засадили. Ну я прям там сколько. Тут, прям тут еще можно. Много насобирал. А, это ты, наверное, там насобирал столько много. Чего? Внизу карты. Или, по-моему, я внизу карты насобирал. Сейчас, мне надо дойти. Ну, да, это до радиомодуля. Он карту не отображает тут. Блин. Внизу я, наверное, собирал же. Это мое отобразить. Получается, я много не собрал. Нет, вот там это ты собирал. На юго, получается, востоке пироксин 10, пироксин 13. Где-то есть эти, не вижу. Да, я могу понять. Да, он тут. Я еду-то. Смотри, заедешь сейчас куда-нибудь. Да я хочу вниз поехать, но пока сориентироваться не могу, он что-то едет. Значит, мне надо назад повернуть. Во, наконец-то. Назад, ну куда? Вниз. Не показывает он тебя тут иголку. Потеряюсь. Знаешь, куда можно заехать, короче, на, ну, вниз, прям на юг можно ехать, прям на юг по линейке вниз, по линии квадратов разделения. Вот ты мотался, у тебя внизу слева, короче, куча образцов наверху, на горе, не на горе, а на этом, на плато там каком-то. Карту открой. Да, я сейчас вот по линии разделения квадратов и еду. Вот по ней вниз едь, вниз и вниз и вниз туда, короче. Прям можешь даже доехать смело. Вот по этой по низине там потыкай, короче, там было много всего. Вот. И вплоть до пересечения с верхним ребром нижнего квадрата. Не в самый вообще низ туда у этого уезжай, совсем в жопу мира. Где-то как-то... Чемодан, блять, оставил в гараже. Да молодец, да. Едь обратно. Хрена туда поехал, куда без него. Вот чем ты думаешь, скажи мне, друг. Сейчас так, что там было? От
фазы, все нормально все будет. Было там, было там. А, монозит торий гелий, да? Торий гелий. Да что он нам? Сейчас, из чего он делается? В смысле, для чего он нужен? По списку сейчас смотрю. Литий, медь, пластик, алюминий. Нет, железо, свинец. Я что-то его даже не вижу. Что можно из этого скрафтить? Алюминий, цинк, пластик, медь, железо, калий, азот, фосфор, никель, пластик, медь, никель, алюминий, медь, пластик, медь, никель, железо, литий, свинец. Кстати, батарекоры, ядро батареи. Какой батареи, интересно? Медь, свинец, пластик, комплект электроник, электронический. А вот из чего делается? Надо, кстати, посмотреть, что из чего крафтится. Сейчас надо подойти к этим столам. Тихо. Это что? Мех дек? Мех дек нам не надо. Нам надо флот дек. Ну вот не все и есть. Электроники. Я еще собрал инструментами. Ой, этих исследований еду. А, электроник кит, скорее всего, нужен будет для этого. Для каких-то передатчиков, для радио, наверное. И для батареи, скорее всего, это вот именно для аккумулятора, который у нас в передатчиках, что на горах стоят. Для этого, наверное. Есть, да? Но аккумуляторы ставили, ты что, не помнишь? Ставишь аккумуляторы, ставишь радиоблок в вышку, когда мы ездили на вышку. Ice Water 13.05. Это где? Это в низине? Это лед. Лед вообще концентрация нашего офигенная у нас около базы. Она в принципе стоит на льду. Из чего вода у нас добывается. Сейчас подальше от базы отъеду. Ты куда-нибудь потихонечку на эту заедь, на гору. Не на саму, и причем на гору, которая слева у тебя получается. Ты направо и был, налево и заезжай. Если вниз ехать, имеется в виду. Эсватор 5-4. Лед нам не интересен. Льда вон как. Просто резкий спуск вниз. По которому я, в принципе, слева объехав, могу спуститься. Блин. Ну я тебе, мне идти надо туда к этой карте, ну в смысле в радиоблок, чтобы мне карту посмотреть. 74-25, хрена растут эти червяки. Какие червяки? Да, я собрал по одной. Без удобрения они не растут. Какие им нужны удобрения, я хрена их знаю. Можно, конечно, попробовать вообще сейчас тупо взять удобрения органические, но, скорее всего, их не положит, которыми мы питаем эти растения. Одну взять органик, одну взять МПК. Так. Он, по-моему, меня бороднет. Мне это надо. Тетрахидриты 1.5. Тетрагидрит. Нет, свинец. А он у меня, наверное, есть уже. Это ты знаешь где-то? Или сейчас, наверное, на севере, что ли? Там, где-то на северо-западе получается. На SW, вот где-то в этой степи. Не, сейчас еду на S именно.
Ну, поворачиваю на СВ практически, да. Я там, ну ладно, поройся там, только тогда туда, по западнее ездить. У меня оттуда бродец есть. Уже исследован. 5 тетрадрайн, тетрадрайн. Не, нифига, червякам они запихивают удобрение. О! Как это понимать? О, у меня база уже перестала тоже показываться, но я по центру знаю, где эта база. Короче, какой-то галюн. Я забросил червякам удобрение, короче, которое фосфор, калий и так далее, да, вот эти НПК. Он у меня их прохавал. В смысле, они у меня исчезли, короче, этот пакет. Но количество удобрений в ванне он не показал, что у меня прибавилось. Мистика. Или глючность Марса. В смысле Сима. Сейчас мы туда воду дали еще чуть-чуть. До 0,5. Может, им мало воды. Че это, сволочи, надо жирности. Это дедрайн. Тетрадедрайн у тебя тоже. А, нет, стоп. Блин, подожди. Раз, два. Нижний у меня НПК. Чё-то они у меня схавали. Органик. Что-то темно как кружок. Да ладно, вон чё. Мне посложнее сейчас будет, но я справлюсь. Ты смотри, там справлюсь, блин. Ой, ровер не угрот. Справлялка. Я знаю, твой справлюсь. Все хорошо. 53 дня этих рыбин. Бензина нормально, с едой нормально, с этим все нормально. Ага. Вон я тут. Знаешь, что нашел? Бурните 473. Сейчас, подожди. Органик он хавает. Удобрение. Он пока не хавает. 74,25. Добавить воды. 0,6. Блин, нет, 0,5 ровно. И тут-то, наверное, 0,5 ровно сейчас будет. Бурните это что у нас? Борнит? Да. А концентрация какая? 4,75 была. Медь и сера. Что она нам дает? Медь и сера. Но медь я уже находил где-то еще. А где у нас есть серый? Сейчас тебе скажу. Барнит 11-18. Тоже хорошо. С медью почти все делается. Он у меня базу снова показывает. Из того, что вот у меня список есть, сера нигде не участвует. Да. Но если она есть, значит она есть. Я не знаю, я до 8 левела здесь не доходил. Может, там еще что-нибудь откроется, какие-нибудь вещи, допустим, да? Ну, барнит, я думаю, нам тоже пригодится. Ну, да. Так, вот барнит 21.07. Ну все, езжай, тут больше тебе не нужно. Окей. Движусь обратно. Включаю фары. Не, ну как, ты едешь... Ну, в смысле, тоже не впустую. Просто другим путем едь обратно, не так, как ехал, а, допустим, чуть там в объезд, но в сторону базы, чтобы было. Как тут фары на них включить, я забыл на ровере. Лайт нажми на кнопку. Нажимаю, не работает. Значит, ты упираешься вниз этим носом. Это вроде не упираюсь вниз носом. Но только лайт ты где нажимаешь? Ну, на клавиатуре. В каком, в
каком углу? На клавиатуре нажимаю light. Туплю. Все, вот. У тебя не в управлении скафандром надо нажать light, а в ровером. В левой части у тебя монитор. Еду тут в объезд. Ты смело можешь там за горой проехать, допустим, по правой стороне. Я серу 2752 сейчас нашел. Серу? Ну, в бомбере вот этот вот. Хорошо. Чё-то я хожу туплю, блин. Чё такое? Да как этот... Пять серых, короче, я тут. Ну и съезжай оттуда, значит, там только этот. Порода только это рядышком. Значит, надо где-то в сторону прыгнуть, там что-то еще должно быть рядом. Да вот я прыгнул в сторону-то уже. Мне интересно, что дают добавления. Блин, органические удобрения пропадают. Ну, в смысле, я вот сейчас и грибам сую, в частности. Он их хавает. А концентрацию не показывает, что он это. Может, черви обожрались? Черви должны сами себя плодить. Сейчас, но для водорослей сюда, по-моему, тоже не подходит. Да. Ни сюда, ни червя. Бомбер 28 даже нашел, охереть. В этом месте, походу, бомберы эти. Бамбузы. Вот он. Короче, покрыто мраком все. 74-25. Бру так и осталось. Ни червяком больше. Зараза. То ли я что-то не так делаю. Let's provide food for fish. Типа можно использовать червяков для жратвы рыбам, если нужно. Ну блин, вот это вот. Сейчас, ну это переведу, что ли, еще раз. Типа богато протеином, т.д. и т.п. Это я читал. Я вообще переводил все эти вещи, которые в крупах. У меня куда-то делось все это. И переводил прям дословно все. В лохматых годах, когда я только начинал катать Макс вообще. Вот эту часть первую. Может, где-то найдется. Ну, найдется. Тетрадрин. Тетрадрин 6,5. Кто? Тетрадрин.
Да, он уже ты его обнюхивал уже его там. Чего обнюхивал? Был уже ты там, образцы уже есть его. Ну да. Я вот и еду сейчас обратно. Короче, типа 20%, ниже 20% не собирать. Блин, далеко я заехал, но ничего, сейчас приедем. Главное тут с горы с резкой не скатиться, объехать ее. Хрень, короче. Надо вспоминать. А первого, когда не помнишь, еще и забыл. Что-то больше отдалился. Ты едь на N. N E, скорее всего, у тебя будет. N E? Или вообще на E, да. Ну ты карту видишь? Вижу, я смотрю по ней. Или же едь на E вообще. На. Кто вру, сейчас ты в правой стороне, на запад, на W. Если ты там, где я представляю. Я на букву В сейчас еду. Вот, да. На запад, короче. Так, 44 единицы времени у нас в северной оранжерее. Это хорошо. Это хорошо, мне сейчас хорошо вернуться домой. На нихер там было, блин, разбежать. У меня все хорошо, у меня там, блин, у меня жратвы идут, блин, вагон. Вот теперь стремайся, блин. Сейчас вернемся, мы же профессионалы. Помнишь, как Дудо. Ты профессионально спас? Сейчас профессионально вернусь. Потихоньку. Профессионально спас когда? Ну тогда, когда ты один там стоял. А ровере ты имеешь в виду? Да. Что там было, блин, проехать? Скмарину и пипиську, блин. Ну, однако, жизненные показатели твои уменьшались. Ну, ничего. Сдох, повернулся заново. О, я увидел базу вдали, ура! Я еду жрать, пить, дышать и рувер потом заправлять. Блин, вроде едешь, кажется, недалеко. Потом назад возвращаешься, думаешь, пиздец, бля, вот это я наездил. Давай, без ненормадила. Да, просто. Вот, короче, едешь, думаешь, нормально, потом думаешь, ё-моё. Ой, как много я нахлобучил километров. Но по сути своей все упирается только в запас горючки ровера. Ну и показатели жизни и кислорода тоже. Ну вот кислород, ладно, есть станция, которую можно таскать в ровере. Вот, но там только лишь эти.
В смысле, заправочное по жизнеобеспечению. На толку с этого. Ну, да. Когда у тебя горючки нету в ровере, допустим. И жратвой. Ну, если бы еще в ровере можно было хавать, это было прекрасно. Там, знаешь, шшшк сверху тебе. Бабушка была бы дедушка. Блин, у меня в люстре отходит контакт, зараза. Заманал меня моргать. Причем, когда хочет, тогда и моргает. Ну так, припаяй контакт. Да надо, блин, вообще поменять это. Блесть надо по светлоте, все ноги не доходит. Там язычок надо отогнуть по-хорошему, в патроне. А она до определенного момента нагревается, короче, начинает шалить. И бывает ничего-ничего нормальное. Я что-то забываю про нее, короче. Я тут сейчас такой сижу, она такая, пуф, свет погас, потом такой дрыш, ну, загорелся. Я такой, ё, чё это? Так, сюда удобрения мы добавили. А тут. Я вернулся. Молодец. Возьми с полки пирожок. Тоже можно. Для проверки этого внутрь поставлю на видном месте образцов. Чтобы не потерять. У нас еще задания остальные даже не сдвинулись. Да ну сейчас поедем, постреляем. И пособираем. Так, стоп. Блин, я... Чё я туплю? Всё правильно. Я вернулся живой и невредимым. Чего себе. Может, огурцы с картошкой намиксируем? Ну там можешь съесть... Кстати, возьми одну картошку, и там два гриба есть. Вот один гриб тебе. Это вот этот... А, мушрум. Мушрум. Ой, картошку, огурец взял. Вот один гриб и одну, допустим, там картошку или одну эту бобовину. Вот я гриб один взял картошкой. Ну и сейчас ну в смысле один, одну единицу этого и одну этого. Посмотри, насколько у тебя прибавится хаос. Сейчас узнаем, пока будет готовиться водички хлебнем. Ты там хлопнул. Хлопотун там хлоп. Хлопотнул хлопок? Да. Пинг. Пьем водичку. По 0.3 смело. Это мы задобрили. Ну, в принципе, неплохо. Еды поднялось чуть-чуть побольше, чем ты один берешь, например. Да ладно. Ну да. С грибом? Да. Странно. Это ж грибы. 55 единиц времени. Когда ты, блин, созреешь, сволочь? А ты там над чем стоишь? Да над рыбой. 55 ты уже взял бы, соблазняешь же рыбу-то. Нет, ни хрена. Первый урожай как минимум будет, да, вообще, да лучше и второй. Где там? Это ты тут рядом топаешь. 74.25. Ни хрена не добавляется. И брать я их пока не хочу, этих червяков. Пускай они, блин, тут лежат. Рыбу кормить. Они добавляют по 5 единиц хапки рыбам. И тут хер что-то добавилось. Блин, чем ее удобрять, а?
И ведь хреново тем, что это. Сам этот 7 не пошел нормально, короче, вообще. Тираж в серии. Ну, не это. Не прокатил он в свое время. Вот, и это. Спросить негде. Чем удобрять. Его отыграли тогда. И забросили, короче, какой там был, четвертый, там, не помню, пятый, что с какого года, нет, восьмой, наверное, девятый, десятый, как такого, когда его выпустили. Так. А, нет, стопы. Я готов ехать, если что. Да сейчас, надо до этого добраться. Тут выйду. Смотреть где-то там образцов настрелял. Да, посмотрим. Фига себе, тебе занесло. Ну, там... Вспомпаснил в самую. А ну вот это. Дальняя 28, вот этот я брал. Бронит 22,79, 25,8. Да, вот 27,52, где-то наверх, короче. Выбираться. Тетрагидрит, это вот он, так он и идет. Вот у меня синяя точка, здесь я взял самое максимальное, это внизу этого тетрагидрита. 6,5. Так, лимистон, по-моему, вот здесь у меня. Нет, нифига, ну... А, тут айслат. Обсидиан гидроген. Какого фига? Ведь образцы у меня. Тоже проанализированы, он не показывает нифига. Я что-то щелкнул. Что-то вас тут херачишь. Нет, пальцами хрустнул. Пальцами хрустнул? Так вообще, что-то банку открыл. Такой тыж! Потом такой тык еще раз. Да вот нету сегодня пить. Нихер. Да, да и вообще я обычно предпочитаю днем там выпить, ну там ближе к вечеру, там 4-5 часов. Я ночью обычно в такое время не пью. Ты. Ладно, что там у нас с литием, что-то нужно, да? Завезет норм, блин, далеко едет. Пироксин, алюминий литий. Я даже не знаю, что нам понадобится в ближайшее время. Медь, сера. Калий, азот, фосфор. Еще одно задание сегодня. Хоть натянуть. Ну да. Да я думаю, что поехать куда поближе. Они тут все не поближе. Сидим туда, куда откуда последний раз я ехал, там... Да, ну ты вниз, почти вот, макал, мандил. Сейчас я думаю, где бы нам лучше. Тут все далеко, зараза. Ну заполняй полную эту машинку мою или свою. И погнали. Так. Филд спар.
А, филдспар у нас есть. Вот он, и вот он у нас филдспар. Сфари 902. А, давай сюда вот сейчас махнем. Через горку. За фосфоритом. Что там у нас есть? Фосфориты, фосфорит, фосфорит, фосфор, кальций. У нас на удобрение может пойти. Что у нас со временем? 4 часа 10 минут. Нормально. Сейчас будет скоро светать. Так, надо что-нибудь сожрать. Сожрал. Однозначно. О, слушай, у нас есть заветная комната. Я про нее не знал. Старая добрая наша, которую мы... Да. Я думал, что ее убирают, слушай. Вот сколько лет катаю Марса, я не знал, что она есть. Нормас, век живи, век учись. Ну мало ли у нас что-нибудь там, у нас может упасть же давление и... Может, что угодно, может вообще поломаться. Агрегат, короче, к чертям собачьим, и все. Наш, который нам дает давление и все остальное. И останемся мы, блин, этим. Ну починить его можно будет. Можно, но фишка в том, что когда падает давление, кстати, о птицах, гибнут все растения. Все урожаи, все, что у них в холодильнике. С рыбами не помню. У меня какая-то лажа была подобная, короче. Так, что там у нас? Что там у нас? Что там у нас? Дело, наверное, пустить на заправку топлива. А, это вода шуршит, эти работают. Я думал, что шуршит. Я теперь понял, что шуршит. Сейчас я захаваю. Soul Sample я с собой беру или он тут стоит? Бери, пускай лишним. Хотя, ну, смотри, на чем ехать. Так, сожгли мы один шуршит. Ну, если на моем, у меня там места нет, у меня там чинительный инструмент стоит. А бензин у тебя есть? Ну так. И сейчас посмотрим. Как бы нет. Ну, так как бы, знаешь, не как бы. Ну, заправить надо на долгий путь. Там чуть-чуть. Возьми в руки с собой чемодан, чтобы он был. Взял. Хотя мы сейчас только до точки и обратно. Лучше, конечно, до двух. Потому что, насколько, по моим подсчетам, 5, не пойму, возьмите 5 тестовых core sample. А вот то, что найдите 10 этих верхние самые задания, короче говоря, это ходить, насколько я понял, с этим, с чемоданом. 10 месторождений. Ну, этих минералов, вот что сейчас ты делал, короче, что искал. Сколько ты нашел? 3? 4. Ну и я там где-то 3 нашел, наверное. В общем, еще что-то надо найти, и оно должно, по идее, цепляться. Закрыться. Не знаю, пальцем в небо, короче, тыкай. Приводить неохота. Не сейчас, не в другой момент. Да. Вот интересно, почему я так хочу.
Так, по 3-4 капли. Да, выключал. Вот отсюда микрофона. Так, сейчас. Не пойму. Раз, два. А, все, меня слышно. Да я уровень. Смотрю уровень записи. Мандика. Так, что там по горючке? Мало по горючке. Мне мало. Давай я сажусь писать. Отойди. Ну, в смысле, я заправил, хорошо. Кто выключил свет? Блин, освещение классно. Просто вот еще приятно, вот еще и освещение там. Так, у метана у нас, конечно, кот наплакал. Что у тебя кот наплакал? Метана. Кислород он сейчас полную зальет, опять. Хрен ты, видит, не остановишь, зараза. Ну, переливай свои, сколько есть. Так, нам нужно ехать куда? Нам нужно ехать на W. И аж вот в эту вот попу мира. А, нет, не в эту попу мира. Вот в эту попу мира. Ну, сейчас вот здесь. Ну, на... Ну, на W почти что. Так, подожди. Куда поехали-ка? Ничего, не этим, не загружено ни хера. Ну, с моего перезагружай. Мы прогнемся, интересно. Не знаю, постарайся. Пролетим. Да, вот тут прикольно, конечно, вот эти вот закаты, восходы, конечно, уматные прямо. И ночи, да, когда выходишь, там такие эти звездей куча над тобой, прям бау. Шарахает, и прям шарахает хорошо. Так, необычно. Стоп, 3 заряда. Нормас. Вот всегда хорошие проекты часто закрывают, а говно наподобие многих там выпускают. Но у них был сервер свой, у них много чего было, короче, вот у этого, например, ну, вот рабочих. Потом это дело, по-моему, из-за этого закрыли. Так же, как закрыли эту, спору. Играл, катал спору? Спору, да. Все, ты сел? Сел, я сидел даже. Вот. У спора тоже был сервак, там можно было кооперативить реально вообще. Я ее и купил себе, по-моему, она, не помню, есть у меня в Steam или нет, короче. Как раз что-то у меня какие-то скидки были, я ее взял, думал, вот сейчас я покатаю, короче, в этом. В кооперативе, ну, живьем с народом, короче. А потом оказывается, что это, нифига сетевой нету, думаю, во, блин, а было же. А читать стал потом, это, они говорят, что это... Все, мы закрылись, и не это, нифига. Только сами с собой, в общем. Катается там. Главное, хамач всегда спасает. Да понятное дело, не, но это одно дело хамачи. Так, сейчас. Без парки никак иначе. Потому что это хамач. Еще настрой 200 настроек, чтобы нормально все было.
Ну. Создали бы, например, программку, да, вот, наподобие Хамачу. Ничего настраивать, париться не надо, она все автоматически делает. Ты просто залогинился и пошел играть. Я бы даже за такую заплатил бы. В это замер выйдет, что тут есть. Выхожу. Фелдспар, наверное, здесь. Или нет? Пишет 0 Круслюк. Чё? Крусавли, вот этот 0 он пишет. Как-то резит, но... Да. Цитрус 0. Садись. Сел. Нам на север. Вот тут я мерил. По-моему, сейчас карту включу. Да. Класс. Мерить. Рядом было 9.02 фосфорит. Я сейчас точку смотрю. Фосфорит 9.43. Ну хорошо. Пущай. Сейчас мы бахну, что он скажет. Он скажет, я бахаю. Эй. Ну, может, бахнем. Да. Конечно, бахнем. Это вот ДМБ. А может, бахнем. Обязательно бахнем. Активейт. Так бахнем, чтобы бабахнет его, бабахнуло. Боу. Ты там шампанское, наверное, открыл, да? Да. Все красивые. Так, нет. Нам не санку, нам нужно GPR. Ага. Сто сорок семь. 163. 125. 113. Блин. Не, ну вот это, по-моему, было где вот у нас. А вот здесь, по-моему, это оно. Короче, нам на МГ. И чтобы хватило, нам еще сейчас ресурсов. На МЕ, на МЕ. Ой, а блядь. Чё? Да и эти потери связи. На карту смотрел, смотрел, бац, и нет ничего. Куда ехать-то? Я примерно держу направление. О, заработало. Да в низине были. Ой. Я засмотрелся на карту. Так. Бери пробу. Чё пишут? Так. Фосфор тира 25-42. Все. Копать будем здесь. Еще раз пукнем, шампанское откроем, да? Не, уже не пукать, хватит пукать. Да. Тут бурлить уже сейчас будем, да, бурлить. Бур-бур-бур. А бурлить, что он тут говорит, какая тут глубина у нас? 125,4. 125. В принципе, не глубоко, сильно. Хотя есть и поменьше.
смысле глубиной. У него руки прям растопыренные, как будто все переломанные. Пальцы, точнее. Не нарисовал он их получше. А вот наш вот этот, он же ведь грязнее становится. Кто? Машина наша. Ровер? Да. Да нет. Не знаю. Может становится, но он не моется точно. Мне кажется, он становится там, да, но не моется. Но вот этого следа, может быть, я не замечал, просто не замечал на крыле. Или он появился? Посмотрим крыло. Ну вот мне тоже кажется, что он появился. Что-то мне так кажется. Так, взяли мой образец. Высокая концентрация. Отлично. Кстати, вот этому сверлилке тоже нужен батарей какой-то. Вот какой батарей ему нужен? Я не знаю. Но заряд батареи падал. Как его заряжать? Я хер знаю, простите. Разберемся. Сейчас днем солнышко, минус 12 градусов всего лишь. Ну, при минус 12 еще нормально. Это пока солнце. Ну да, вот. Когда солнца нет. Далее дорисовка. Прорисовка. Вот ты стоишь, вокруг тебя в ближайшей вблизи, вроде нормально все видно. Вот чуть подальше по расстоянию вот на гору смотрю, она вот такая, знаешь, непрорисованная. Тут, кстати, бинокль есть, я не помню, как от кнопки. Может, то ли Z, то ли 0. Не, не та, не та. Не помню, но есть, стопуди. А пробел нажми. Кого? Пробел. Нифига. Ну, не помню. А хелпа на это, по-моему, ничего не говорят тоже. Скриншот, Ctrl-L, Ctrl-T, Ctrl-O, System Option. Вот, элемент. Хрен бы с ним, ладно. Чё-то я, короче, нажимал. Когда-то, и он прям приближал, хорошо. Натыкал тогда, знаешь, просто, да. Так, поехали. Так куда? Это мы сейчас... GPR собираем, да? Да. Сколько мы GPR уже собрали? Да вот еще, наверное, один бы я взял. Пойдем на монозите стрельнем. Вот там. Должно у нас хватить горючки. Если не хватит горючки, можешь меня побить. Так, нам на М. Нет. Я буду к этому готов. Не сомневаюсь. Ну, я смотрю за горючку, слежу. Можешь не отвлекаться на дорогу. Ой, на дорогу? На горючку можешь хорошо, не отвлекаться. Хорошо, не буду. Книг посмотри, образцы еще здесь есть. Сейчас. Фелдспар 19.8. Ага, все, понял. Че он нам этот фелдспар дает? Он у нас уже есть. Сейчас доедем, скажем.
Меня вот тут вот интересует тема. Тут радиоактивная зона. Вот этот кирпич, короче, не бери его. И знаешь, что, нет, серый не бери, его можно, по-моему, поднять, лучше не поднимать. Это ли метеорит или что-то еще. Возьми этот пробу около кирпича, около серого. Попробовать собрать? Просто подойди, около него нажми G. Рядом с кирпичом. Филспар 12. Вон даже когда? Сейчас посмотрим. Филспар нас не интересует. Блин, ну что, в жопу, поехали подальше вон туда. Где мы есть? Мы вот здесь. А вот тут у нас, блин, тоже Филспар. Тут у нас, вот тут станет. Ну блин, вот так далеко, а? 11.8. 11.7. А, вот сюда можно сунуться. На Джимисамид я его точно не брал. Чутка на Е. Поехали. Поехали. Красота как кота. Да куда ты, блин? Кататься. Да ладно, я тебя не катал. Следы у него на этой черной штуке. Что-то больше его ноги, мне кажется, следы нарисованы. Можно. Так, 13, а тут 6. Все правильно делал. Едем. Вылазь, бери пробу. Вылазю, беру пробу. Так, Джемсонити 13.2, Джемсонит. Так. 13.2. Все верно. Заряжаем. Огонь. Ты что мы имеем? Пишут, здесь же на Depth 135. Чуть-чуть вперед пройти. Сейчас посмотрим. Пока никуда не нужно идти. Мне нужно идти на... куда? На S. Где-то около ровера. Где-то здесь самая большая концентрация. Ну, M нажми. R. И M.
И нажми GPR CTS эту кнопку. Вижу. 35,7. Здесь и ставь. Ну, а это. Ткни образец здесь. Но здесь должен быть вот этот GMZIP. Так, 136, наверное, даже. Джемизин 13.2. Радиационная зона желтенькая, это самое. Ну, потерпи. Еда почти на исходе. У меня еды четверть. Нормально вообще. У меня меньше половины энергии скафандра. Ну, это энергия скафандра у меня тоже меньше половины. Мы зарядились буквально одинаково. Ну, я тогда приберу до 13 градусов температуру. До 13. Лучше так сделаю на всякий случай. Я не знаю, есть ли зависимость или нет, но... Можно понаблюдать. Хотя на 12 градусах он может простудиться нафиг. На 12? Ну, мои предположения. Ну, сейчас температура минус 11 на солнце. Мы как раз загораем с тобой. Пошла на три молнии. Теперь на Марсе. Вот интересно, это он сам все рисовал, текстуру, и он готовый откуда-то брал. То, что он горы так делает, понятно, он будет упрямлял, рисовал, повышал, понижал. Горы? А что горы тебя интересуют? Ну, цвет, вот эту текстуру он где-то, наверное, взял или сам нарисовал? Не знаю. А горы я про то, ну, говорю, что ну, в редакторе он, наверное, их поднимал вверх, вниз, ниже, выше. А, это... R нажму. R? Да. Ну, я увеличу. Ну, вот. А, бинокль ты имеешь в виду R? Да. А, понял. Приближает, но не намного. Да. Кто еще как это было, не помню. Увеличение картинки, вот этот бинокль. Чё-то я не понял. Он бы сверлил. Set new drill set. А. Я ему, блин, дурачок. Этот. Блять, стоять. Ой, туплю. Убить меня, блин. Сейчас. Что он там пишет? Сэмпл, он там пишет. Сэмпл, сэмпл, образец. Поехали. Как бы я сейчас два раза не одно тоже не пришлось сделать. Я нажал ему на взять образец. Ну, наверное, сбросил там. А у меня уже говорит you need food. И хпшка уже чуть-чуть отвалилась совсем. Она меня уже жрать хочет. Экстра ситуация. Соколёк ты, блин. Чё-чё? Поехали, чё? Чё? Поехали.
Помру сейчас, он мне еще раз говорит, you need food. Сказал, жрать надо, блин, перед тем, как выезжать. Так я пожрал в том-то и дело-то. Ну почему тогда у меня он не говорит? Ну ты говорит. Пожрал позже, чем я. Я-то пожрал, мы еще с тобой походили, а потом ты пожрал. Я перед выходом еще поел. Ну вот, а я ходил, у меня нормально вроде было. Нормально, блин, ненормально. Пока я поем, мы вернемся, мы как раз додрили. Да, она уже там додрилила. И бензин заодно подзаправишь. Иди. Иду. Чемодан там поставишь в прихожей. Решил съездить забрать или ты ее оставишь там? Я сейчас тоже выйду. А? Выйду тоже. Нет, надо будет забрать, но мне тоже надо будет что-нибудь жевнуть, подать свой. И у меня батарейки заканчиваются, наверное. 100 фондов. Видишь, как может быть. У меня может одно заканчивается, у тебя другое. Эти кухни-то. Лучше на одинаковых ресурсах выходить из скафандра, и еды, и воды. Если мы вдвоем идем, допустим, на одном ровере в частности. Вот я потату взял, картошку. Ну, мне пока хватает всего. Сейчас, по крайней мере, пойти образец сдать. И миссия будет завершена. Ой, не миссия завершена, одно задание будет завершено. Не, на одно из списка, да. Ну, отлично. Передохнем. Ох. Сегодня прям тяжеловато было. Да ну. Тяжеловато будет. У меня еще радиация желтая. Надо провериться будет. Ну, гуляли сколько? Ну да. Водички шлепну. Сразу высусь. У меня уже хпшка стала уменьшаться. Ты протестируйся все на медике. Вот что он тебе скажет? Из-за еды, наверное, еще из-за желтой радиации. Сейчас я пасу и протестируюсь. Вот. Нужда справлена. Так, где у нас медицинская комната? Вот она же здесь же прям. Сзади меня. Сзади тебя она не может быть, если ты бежал в туалете. Ну, туалет в медицинской комнате. Я же ведь поел, попил туалет в медицинской комнате. Ну, я имею в виду от холодильника, если сзади меня. Да. 7 инфекций. Редиктум. Редиктум. Прям редиктус, редиктус, как в Гарри Поттере. Таблетку принял, сейчас еще просканируюсь. Фосфорит.
Фосфора 41%, кальция 6%. То, что нам показал анализатор. Да, и все, он написал, окей, соберите 5 образцов. Ну, задание типа выполнил. Выполнил? Угу. Значит, нам что нужно сделать? Нам нужно найти еще. Да найти месторождение, короче. Вот. И, ну, по сути, можно сейчас уже ставить. Бурить. На любом найденном нами месте, где мы образцы брали. Ну, в смысле, где мы бурили уже. Тестировали. Поставить там буровую и сетовать. Набурить себе породы. И из нее выделить агрегатом в этой. Элементов. Ну, в смысле, ненужных вообще, которые по заданию. Это детское время. Перенесем на завтра. Да нет, просто хотел еще пожрать. Так, спать. Ну, хочешь, отваливайся, я поеду заберу этот. Угу. То, что не забрали. Да и че, там сейчас рыба сейчас этот. Подоспела уже, наверное, их тоже соберу урожай. Или зайди, посмотри, если больше 60. С одной ванной соберешь. Ща. Ну, я думаю, наверное, уже больше 60 накопилось. Было 57, по-моему, 55. Ты с чемоданом так гуляешь? Да. Поставь в прихожей его, чтобы я его уже теперь не потерял, называется. Сейчас поставлю. Я вот рядом со стаканами медицинскими этими поставлю. 58 дней. У рыб? Нет. У этого. В северной оранжерее. Нормально. У рыб должно быть сейчас тоже, наверное, 60. Да, 60 дней у рыб. Ровно? Ровно. 60. То можно, я думаю, уж собирать-то 60-то. Ну, давай я одну возьму. А что она сколько пишет? Вообще? Подожди, пока не бери ничего. Я сейчас одну попробую, если он даст, давай две икринки. Где он тут, блин, подходит, с какой стороны? Вот отсюда. Труд. А всего сколько? Биоматериал. Страх биоматериал. И чё? Фиш-филе. Так, он еще раз может извлечь? Не может. Ну и все, он написал, что филе рыбы. А где же икрины? Что за фигня? А может, она только чтобы есть? Не знаю. Без икры. Давай подождем еще чуть-чуть. Чтобы был 61 по возрасту. Хотя он уже должен от 40 давать, по сути своей. Сейчас, что пишет инфа. Мониторьте еду, если не хватает. Так и пишет.
Что за хрень? Ну слушай, крин он, по-моему, точно давал. Ну то бишь она не должна давать икры, так я понял. Ну как должна давать икры? Тогда она, блин, вся выжрется и все. Сейчас, это был труд. Билфрох, это лягушки. Тут что? Всех по 4. Сейчас. Так, удобрений 6. Жратвы. Ну. Экстракт биоматериал. Процесс. Экстракт биоматериал. Хрена, по 4 всех этих. Чё за бред? Или я что-то не догоняю? Так, что пишет инфа? По 4 биологически. По 4 икринки с каждой рыбы? Нет. Не изменилось количество икрин. Фиш, ты не раздел. Короче, тут надо будет не перевести, сейчас вообще так неохота жутко. Странно. Очень. Что он тут не добавился? Еще один. Сейчас, день. 60. Давай подождем. Ну, хочешь я подожду, ты смотри там что по времени, иди туда. Ну да, пойду тогда. Exitus Games. А, вижу. Написал, что отвалился. Что-то этот дискач тоже тушу, ты тогда ВКонтакте напиши, что там почем будет. Поэтому. А. Давай, все, давай, спишемся, пока.
Thank you.
Thank you.
Love it.
We never quite could forget, 'cause what we got so-